Азербайджанский футбольный клуб представил 28-летнего португальского защитника Хьюго Башту, последним клубом которого был Эшторил. С этой командой Башту стал чемпионом второй лиги Португалии. Контракт с футболистом подписан на 2 года. Башту будет играть под номером 4. В видеопрезентации можно увидеть, как португалец бежит к футбольному полю, перейдя на газон, его одежда меняется на форму Нефчи. Напомним, что ранее азербайджанский футбольный клуб подписал 3 новых спортсменов – Цезара Мезаколи, Арамиша и Романа Баска.